Всем привет! Вы на канале Jog Channel. И сейчас вы увидите лучшие упражнения в домашних условиях, которые прокачивают трицепс. Нам с вами понадобится фитнес-лента, гантели и собственное тело. Вы увидите правильные упражнения и неправильные по технике выполнения. Первое движение с фитнес-резины. Правильное выполнение. Разгибаем полностью, руки выпрямляем. Локти у нас не гуляют. В стороны, вперед, назад. Сгибаем до параллели с полом предплечья. И разгибаем полностью, и удерживаем. А теперь неправильное выполнение. Наши руки гуляют. Сгибаются полностью, разгибаются не полностью. И делают активные движения, как будто мы с вами гребем или катаемся на лыжах. Это неправильно. Следующее упражнение. Французский жим сидя. Как делать правильно? Прижимаем бицепсом к уху. Заводим руку за голову слегка. Сгибаем до параллели с полом. И выпрямляем. Сгибаем, выпрямляем. Сгибаем, выпрямляем. Теперь неправильное выполнение. Вот это движение неправильно. Следующее, ребят, упражнение. Мы будем делать французский жим лежа. Берем гантель, ложимся и делаем французский жим одной рукой. Вот это вот правильное выполнение упражнения. Сгибаем, разгибаем, сгибаем, разгибаем. А вот это вот сейчас будет уже неправильное. Это неправильное выполнение упражнения. Должно быть четко. Сгибаем. Разгибаем. Локоть не двигается. Чуть-чуть уходит к голове. Сгибаем, разгибаем. И следующее заключительное упражнение – это узкие отжимания от пола. Отжимаемся за счет рук. За счет рук отжимаемся. За счет рук. Чуть-чуть туловище вперед. Это правильное выполнение. Вот это вот движение неправильное. Мы должны уйти вперед и ровненько опускаться за счет рук. Сгибаем до параллели с полом бицепс и выжимаем не на полную выпрямленные руки, слегка согнутые. Вот это, ребят, все упражнения. Всем спасибо за внимание.